Сюда прибывают люди с Земли. Они ждут, пока их отберут для процесса.
Созидательнице нужна земля и душа землян. Ее мир умирает, и за счет людских душ пытается восполнить свои ресурсы, цепляясь за жизнь. Спасая свой мир, вы обрекаете ее мир на гибель. Там ждет Калибос, незрячий судья. Именно он определяет, кто годен к процессу извлечения души. Остальных выбрасывают в кровавое болото.
людей подвергают мучениям, тела их истязают. Когда человек замучен и воля его сломлена, душа считается готовой к извлечению.
когда человек замучен и воля полностью сломлена, когда всякая надежда на спасение утрачена, испытуемых отправляют в зал извлечения душ. Цитадели находится зал извлечения душ. Мы должны пройти его и попасть наверх, где чистая аргент-энергия течет напрямую на Урда. Thank you.
для страдания. Они предназначены, чтобы снабжать творцов душами. Уверяю тебя, этого можно избежать, когда есть талантливый лидер. Come on.
это чистая аргент-энергия. Страдания землян, кровопролитие, все происходит ради этого. Когда человек теряет душу, его оболочка со временем превращается в демона. Именно с такими вы сейчас и сражаетесь. А души, что были извлечены, питают их мир силой преисподней. Come on.
Демоны используют всего лишь часть того, что получают от людских душ. Именно творцы и жрецы-стражи открыли и обуздали истинную силу этого ресурса. Они объединили энергии стражей и ада, очистили полученное и создали Аргент. С его помощью они творили чудеса, спасали миры от гибели, лечили больных и давали бесконечную силу тем, кто был ее достоин. Этот комплекс построен в тайне. Ночные стражи не знали о его существовании. Его возвели стражи-рабы, ведь путь в ад закрыт для Созидателей, а демонам не попасть на Урдак. Аргент Нур был необыкновенно важен творцам. Этот механизм был создан светом ада. С темным владыкой заключили сделку в обмен на новые миры, которые может пожрать ад. Творцы получали энергию из обреченных. С этим нечестивым союзом давно пора покончить.
Подойдите к башне-передатчику. Если уничтожите ее, выброс неочищенной энергии закинет вас в их мир. Башню удерживают два порабощенных титана. Разбейте цепи, пусть башня упадет в колодец. Перенестись на уровень в потоке энергии. Созидательница пробуждает икону Крика. Надо торопиться.